Так, здрасте, еще раз извините, проблемы с управлением. Чтоб его куда. Ой, ну что, поехали? Так, это мы не трогаем. Так, на чем мы остановились в прошлый раз? В общем, по сюжету нас сослали в канализацию, и мы в канализации должны кое-что выполнить, чтобы мы смогли встретиться, собственно, с боссом. О чем я в прошлый раз говорила? Ну, может, и не говорила, я не помню. Неудобство. Ой, не то. Неудобство старых игр на эмуляторе в том. Да даже не эмуляторе вообще. Что? Вот. Даются более сложные атаки, которые надо, ну, по идее, выучить, вытренировать, а потом уже... Потом уже ими как-то пользоваться. А здесь, вот в играх на DS... В играх на DS... И на 3DS уже, ну понятно, 3DS современные уже игры. Там можно это... Потренировать атаку. Вот, а здесь... Более сложные атаки не потренируешь никак. А! Ты чтоб тебя! То есть здесь есть атаки братьев. Которые... Может быть... Ой! Вашу... Ладно. Вот. Вот эти... Ну, сейчас их не покажу, потому что... Они не могут. Грибов в жизни у меня, по-моему, нет. Надо посмотреть. Вот. Нет. Да, трындец шумел, деревня гнилась. Ладно. Просто более сложные атаки можно где-то потренировать, как-то получить здесь. Здесь почему-то нельзя. Почему нельзя, непонятно. Ах ты! Так, похоже, мне сейчас... Со мной понадобится. Грибок. Грибок. Оп. Так, тебя. Глупый колючка. Идите в баню. То есть у меня в прошлый раз спрашивали, чё ты... Ой, не ту, не ту нажала. Меня в прошлый раз спрашивали. Типа, почему ты
не используешь атаки более мощные. Ну, я... А потому что, блин, потому что я тупо не помню, как нормально их выполнить. То есть... Видно? Какие кнопки жать, все. А все равно не получается нормально. Это иногда ты как-то вот пробуешь что-то, делаешь, получается. Ну, нифига не получается. Самое-то интересное здесь. И негде потренироваться-то. Где бы здесь было потренироваться еще? В меню нет такого пункта. Вот. Это, конечно, очень плохо. Плохо, потому что ничего нельзя. Пардоньте. Ну что-то мне это не очень нравится. Так. Ой. Бывает жизненное огорчение. А! Я покажу эти более сложные атаки. На этом, на боссе. Ой, какой прыжок. Просто действительно очень неудобно то, что ты потом просто не можешь потренироваться как стоит, чтобы атаку выполнить. Конечно, не очень удобно. Так. Ну, у нас еще вторая комната, да. Мини-игра. Ладно. Первый раз у меня как... Let's
из них вторая выскочила, какая-то третья. Есть. Благо грибочками перед боссом нас не обделяют. Хорошо. Не поддам. Так, вот мы подходим к боссу. О, чёрт. Как бы мы... ой, блин. Так. Типа, это настоящие братья Марио. User entered your channel. Глупые братья Марио, вы попали в мою ловушку. Починив канализацию, вы... Короче, у них... Эти... Леди Лима и, собственно, королева сами атакованы... злодеем. Теперь, короче, если... Ой... Короче, грубо говоря, починив систему, братья Марио дали это... приблизили врагов к шагу, к их плану. Короче, чёрт. Ага, понятно. Так, лет, пора спешить. Мы должны взять бобовую звезду и покидать место. Короче, все были заколдованы. Вот, наконец-то этого ждала. У меня есть и звезда, и голос. Пич. Это, в общем, звезда бобовая. Она гарантирует желание. Это исполнение всех желаний. User disconnected from your channel. Короче, вы защищали эту звезду, большие молодцы. Короче, раскусили как лету. Или не раскусили. Сейчас не знаю, сейчас посмотрим. Сохранимся вначале. Королева в порядке. Да, если бы только была королева.
Я так взволнован и напуган тем, что котлета может быть здесь. Да. Мы идем на бой с боссом по трубам, которые чем-то напоминают какие-то то ли кишки, то ли сосиски, то ли сардельки. Что это вообще такое? Ой, боже мой. Так. Слишком поздно, звезда бобов уже у нас. Бобовая звезда и голос принцессы уже мои. Однажды проводив звезду голосом принцессы. Короче, это очень круто. Скажите, братья Марио, заботит ли ваш визит королеве? То есть вы... Мы вам должны изучить больше манер, чтобы посетить королеву. Королева тоже заколдована. Кра-хо-хо! Выну. Только некоторые из вас могут это попить с ней чай. Ну, конечно, если победить. И сейчас мы будем побеждать босса. Ау. Подкрепимся заранее, чтобы... Вообще-то ее надо по ней надо прыгать. А. Нет, сначала бить. Потом прыгать. Есть еще вот атаки братьев. Ну вон. Во-первых, здесь и не действует особо. Во-вторых, я говорю, они у меня как-то не тренированы. Ай, боже. Поэтому будем фигачить. Будет еще одна, я не помню уже. А, там, по-моему, будут какие-то шары или не будет каких-то шаров, я что-то не помню. Или шары потом. Тоже. Они хоть и приносят больше толку. Ну, блин. Надо использовать. Ничего, мы тут с вами целый чат не завели. Ну, хотя не настолько. А! Плохо. Не настолько ее много.
здоровье, чтобы... Блять, вот... Суперстар Саги вот именно многими признан последний босс одним из самых сложных боссов во всей серии. Ну, то есть эта серия называется Марио и Луиджи, а есть еще Пейпер Марио серия. Так вот, последний босс вот именно этой игры по версии очень многих один из самых сложных в серии. Ну, то же самое, как в Paper Mario. Есть игра на кубике, на которую я все-таки строю планы, если, конечно, хватит оперативки ноутбука. Вот. И вот там главный босс тоже один из самых сложных в серии. Но там еще есть дополнительный босс. То есть его не обязательно проходить, это как бы сказать... Ну что-то... Ай! Что-то типа мини-игры. Вот. И он тоже считается одним из... По версии очень много людей. Это не просто 2-3 человека сказала. Сказала очень много людей. Я думаю, рано или поздно мы это с вами узнаем. Попробуем что ли опять? Так. Может быть, мы уже скоро закончим. Что касается Paper Jam, ну, блин, я вот в данный момент в него сейчас играю, ну как сказать, нет, новаторские идеи, конечно, есть, это Alpha Dream, они все-таки, это компания, которая занимается серией вообще Марио и Луиджи, они вообще, конечно, молодцы. Единственное, что, как мне кажется, надо было все-таки соблюдать время, и в 2016 году надо было все-таки выпустить игру по серии Paper Mario. Они так и выходили каждые 3 года. 3 года через каждые 3 года. Сначала выходила одна игра из серии, потом другая. А в этом году получилось иначе. Они обе. То есть... Intelligent Systems игра, это компания, которая всегда отвечала за Paper Mario. Она что-то замолчала пока что на время. Вот. И я не знаю, по этому ли поводу или по-другому. Короче, вышел у нас Paper Jam.
Игра, в принципе, неплохая, и некоторые вещи очень даже интересные. Но, блин, ну как же меня бесят эти... Найдите бумажных тодов, спасите таких тодов. Блин, самое интересное, это все на время. Ё-моё! Ой, самое обидное, что если ты можешь там... Ну, здесь не обидно, ты можешь там скипнуть это задание. Но если ты скипнешь это задание, тебе за него не дадут приз. Я пока в первый раз сама играю, не знаю. Если я буду скипать подряд задания, я, может быть, какой-нибудь важный приз пропущу или нет. Во всяком случае, когда я отвечала на вопросы, ну там тоже есть викторина. Тодда, все знайки. Вот. Там надо было ответить на 4, по-моему, вопроса или на 5 вопросов. Ну, за это дали бобы. Ну, а если вдруг дело коснется карты там или еще чего-то, это, конечно, очень обидно будет, если ты... Ты, конечно, можешь... Это задание можно будет пройти еще раз? Да, ну... Но... Ты уже пройдешь его в определенном месте и... Вот, в определенном месте его пройдешь, и уже ничего за это не получишь. Ни бобы, ни карту, ничего такого. Как я пока поняла, нельзя пропускать задания, связанные с кроликом. Это кролик, который постоянно у всех все ворует. Ну, он был в Dream Team, он был еще в какой-то серии, не помню. По-моему, он был... А, он еще был в это... В играх Super Mario на U и на Wii U. Вот. Он там все время у всех что-то стаскивал. Так его задание его пропускать точно нельзя. Вот он... Именно он... Ой, он именно он... Может, это... Всякие атаки и раздает. Там... У Марио, по-моему, 5 атак. 5 дуплетов. У Луиджи 5 дуплетов. Или 6, я не помню. И у бумажного Марио. Тоже у них у всех куча дуплетов, короче, и, конечно, с самого начала их нет. То есть их надо, вот в Dream Team надо было складывать пазлы специальные, чтобы эта атака появилась. А здесь... Так, это соло. Вот. А здесь не надо складывать пазлы, здесь их надо... Вытаскивать из рук кролика. Ну и не только. Я, честно говоря, я смотрела прохождение, и до сих пор смотрю там, но я, блин, где сейчас они, а где я? Я уже не помню того, что они... Вот. Уже что они показывали. Тогда. Я, конечно, могу промотать там все такое, но, блин, проматывать замучился. Надо выполнить хоть одну атаку. Хоть одну атаку надо выполнить нормально. Вот они, эти атаки. И вот... Вот... А,
вот как-то... Чёрт их подери. Ой, боже мой. Вот как... Как-то так они выполняются, но тут... У них настолько сложная какая-то технология этих атак, что... Что-то тут... Со 110-го раза. Кто? Их выполнишь нормально, эти атаки. Неудобные атаки, это такой. Это неудобные атаки, это плохо. Потом будут попозже будут более-менее нормальные, но, во всяком случае, одна. Надо сказать, я в самый первый раз с ней долго возилась. Уже.
ничего больше не остается. Ой, боже. Проваливаю уже. Ударов не успею. Я их не использую, чтобы... уже вот так у меня все не очень. Нет, 2 часа мы ее точно фигачить не будем. Я когда сама проходила для себя, тоже долго с ней елозилась. Рядом столько грибов, да вони! Куда я с ним? Сколько людей?
что есть. А кстати, вот если вот брать при левел апе, здесь можно выбрать, к чему ты хочешь это прибавить очков. В Paper Jam этого нет, то есть ты можешь, то есть они сами тебе автоматом начисляются очки и все. Так что, ну, кажется, о, королева, ля-ля-поля. Что скажете, братья, что-нибудь можете помочь? Говорить о невозможном. Короче, дальше нужно добавить, нужно сходить в заповедник Чукола. И он, в общем, Чуклехак. В лес Чуклехак, и там, короче, можно достать лекарство. Так, мы получили брошку. И сейчас... Сейчас мы... А. Так, ну вот сейчас я покажу. Вот здесь есть инфо. Здесь вот что есть у каждого из братьев. Инвентарь, грубо говоря. Вот что один носит. Одежду. О, привет прибывшим. Ну, короче... Короче, нету здесь этой мессы, то есть... Ничего нету, никакой закладочки, ничего, где можно было бы потренироваться, еще что-то сделать, ну... Короче, это все... Вот это минус, конечно. Так, а если мы сюда сходим? А. У меня все еще закрыто. Кстати, я еще что не говорила. Может, а, на я нет, я говорила, заикивалась в прошлый раз. Но что Марио Луиджи. Леди Лима попросила. Попросила взять это с собой. И это, в общем, жетон. Он вам немножко поможет в битве. Ну, короче, инвентарь. Тут здесь показывается, как это надо жетоны одевать. Короче, удачи вам. Извини, Луиджи, для тебя жетонов нет. Мы здесь. Нам надо сохраниться. Ой.
пойдем-ка в магазинчик, что ли? Это две тетеньки, одна продает грибы, другая одежду. Добро пожаловать в мой временный магазин. Извините за мусор. В общем, мы здесь единственные, короче, что вы хотите. Собственно, подождите-ка. Возвращайтесь. Надо посмотреть. Посмотрите, сколько у нас всего-то в инвентарь. Грибов 5. Возьмем еще немножечко. Тут, кстати, вот тоже говоря о том, что про Partners in Time жаловали, что и там редко попадается инвентарь, все такое. А здесь, кстати, тоже здесь магазины тоже везде, не везде есть. И не во всех локациях постоянно что-то толковое попадается. А единственные, кто беспокоится о стиле в такое время, это настоящие знаменитости. Впрочем, это наш бутик. Это... А где это? Так. Повышает защиту. И... А не здоровье, то же самое. Защита здоровья. А это чисто для Луиджи. Взять что ли парочку? Посмотрим еще раз. Я же взяла новую. Это есть. Или тут или они хотят сказать, что... Они хотят сказать, что... Одевать можно только... во время покупки. Ну ладно, я чуть не въехала пока, потом потренируюсь, но сама сделаю. Так, в этом магазине можно купить что-нибудь, все что угодно. Так, лет и ее противный фафл атаковали город. Все очень плохо. Все очень плохо. С этими ёжиками лучше не церемониться.
Да, это вам не дашь иначе. Что я делаю? Ну, бакашку. Сначала пошли. Это с одной стороны лес, в другую аэропорт. Идите. Идите сюда. Let's go.
Ну, в общем, это закрытие территорию. Знаете вам. О, бобовая брошка. Знак специальных гостей замка. Отлично. Ну, тут мы вас пропустим. Я надеюсь, вы насладитесь приятным вкусом чуполы колы. Пошли колы, чуполы колы. Я никому. Я вообще-то с игрой разговариваю. А, это не мне. Лол. Ну, бывает. Так. Не надо меня так пугать. А то я решу, что проблема со звуком. Понятно. Кто куда делся? Что случилось? Не знаю, что случилось. Все нормально. А кто куда делся? Ну, кто-то постоянно куда-то девается. Это как бы нормально, наверное. Вот и мы дошли. Окей. Здесь очень упоротая музычка. Очень упоротая. Короче, давайте я вам вкратце расскажу процесс изготовления чуколы-колы. В общем, что был первый шаг? В общем, надо фрукты, которые именно в этом лесу растут, в этом лесу. Так, чуколы-фрукт. Надо поместить его в бочку. Блин, ставили сироп. В общем, залить его специальным сладким сиропом. Потом надо рассказывать смеси шутки, чтобы оно начало бродить. Потом нужно что-то... Короче, нужно очень сильно хороший и смешные шутки очень рассказывать. Что тогда он будет прям сильно бродить. Ну, короче, в общем. Когда он забродит, из этого должна получиться какая-то фигня. Непонятная. А это отец чуколы-колы. Bubbles. Пузырьки. Мистер Пузырек. Так, и теперь нам надо перекочевать из одного конца зала в другой. Это может занять какое-то время. Сюда надо находить среди этих мест, среди бочек пространство.
Вот мы даже практически добрались. Не все так просто, потому что так надо. Не знаю почему. Ничего разбить нельзя, ничего сделать вообще нельзя, чисто. Хранят его как вино. Ну, я попробую эту штуку, интересно вообще. Настаивается она, начинает бродить она от шуток. Прикольно. Я остановилась и не рассказала даже о том. Так, вон этот ряд сплошной, его никак не существует еще одна РПГшка по Марио. Она не принадлежит ни к одной из серий. Ни к серии Марио и Луиджи, ни к серии этому Paper Mario. Она
называется просто Super Mario RPG. Напомню, по-моему, она на SNES, если я не ошибаюсь. Издали, ну, Nintendo издали, а разработали ее эти Square Enix. Она, там присутствуют персонажи не только из вселенной Марио, но такие как Баузер, ну, само собой, Марио, Пич. Кстати, там за Пич можно не играть, она там сражается. Вот. Но и персонажи из других игр вселенной. Square Enix. Они, кстати, иногда... Ну, чисто как упоминание. Они встречаются... В некоторых играх Марио и Луиджи или Пеппер Марио, уже не помню. Я тут недавно. Сейчас. Есть. Вроде. Там встречаются, в общем, они опаньки, фафу. Чисто как упоминания встречаются в других играх персонажи, но я сейчас вам расскажу про одну отсылочку, которая была, ну как сказать, это не совсем отсылка, но когда ты видишь, ты понимаешь, что это именно отсылка. Только ну вот так вот, я вам сейчас объясню. Оху-ху-ху-ху, так. А, нет, это не фафу. Нет, это попл. Да, попл. Вот, типа попл. Типа добрался до этого места, чтобы обокрасть его. Потому что он все время у всех все таскает. Он, между прочим, встречается в Dream Team еще. Но, по-моему, а больше вроде и нигде. Короче, новичок, давай нам сюда. А это у нас не новичок, а Баузер, который при падении потерял память. Короче, своеобразная Зита и Гитта. Короче, надо атаковать. Тактика боя проста. Короче, этот Баузер говорит, что он расправится с ним. Правда, он не помнит, что он Баузер. Ой. Короче, они хотят, эти двое хотят попасть в заповедник. Надо с ними расправиться. Они хотят, то есть нам надо попасть быстрее и расправиться, в общем, с ними. Я побыл вор теней. Короче, я не позволю вам добраться. Ах! Попл крадет у нас все, что только возможно. Атаковать его нельзя, иначе Баузер на тебя сам накинется. Если будешь атаковать
это было специально, то Баузер на тебя накинется, но... Ау. Грибы, которые воруют попол, он использует для Баузера. Так. Про отсылочку сейчас мы. Ах, тут. В общем, в Paper Jam такая ситуация сложилась, то что понятно, бумажные Баузеры напали. То есть бумажный и обычный Баузер скорешились и... И напали на... Грибное королевство. И, соответственно, есть бумажный и обычный Баузер, есть бумажный и обычный Пич. И так получилось, что два Баузера похитили двух Пич, и они разоткровенничались. Одна... Ах ты! Одна обычная, не бумажная, начала... упоминала о том, что неплохо бы сменить прическу. А вторая говорит, что короткие волосы это как-то не по... Я бы тоже сменила на короткие волосы. Но короткие волосы это как-то... не по-королевски. Да чтоб тебя. Когда он увидит, что у тебя нет. В общем, в одной из игр серии Paper Mario
Peach была с короткими волосами какое-то время. По какому поводу это было, говорить пока не буду, потому что спойлеры, ну хотя какие спойлеры, все наверняка об этом знают. Тем не менее. А, да нет, ничего. Фу, плохо. Конечно, с короткими волосами, поскольку это серия Paper Mario была. То есть я могу дышать огнем. Типа продолжай, новичок. Ого. У меня все равно ничего нет. Сейчас ничего нет. Прошлый раз. Ух ты, блин. Ой. Ну ладно. Сейчас нам опять придется. Так, посмотрим. Что у нас там есть? Грибы. А там что было? Грибы. Ну, будем надеяться, этого хватит. Короче, начинаем заново. Конечно, отсутствие орехов это плохо. Я не помню, были ли орехи в магазине.
По-моему, нет. Ай, что я? Типа нельзя атаковать. В общем, я говорила. Если случайно атакуешь попла, то Баузер тебе надает люлей. Не туда. Ну ладно. А ты-то что съел? Ты сидишь тут, ничего, по-моему, не делаешь. У него еще один. Надо мне только один тащить. Или два. Короче, мне как показалось, возвращаемся к отсылке. То, что она говорила, Пич, что вот про короткие волосы, правда. Ты говорила обычная Пич, а не бумажная. Все равно, как мне показалось, это была отсылка вот именно к той игре, где она была с короткими волосами. И там у нее был не просто хвостик, конечно, там не прямая ссылка, даже своеобразная ссылка. Тем не менее, я считаю, что это была именно ссылка.
Да, стоп тебя! А я вот за это возьму и съем. Иди отсюда. А то все равно ничего. Нет, последний взял. Да ты ж... Ты зараза. Тогда орехи. А были ли там орехи вообще? Я что-то не припоминаю. О, сейчас Баузер начнет. А нет, ничего. Ты сам. Чёрт. Это флёк. Флёк. Блин. Блин, ты хочешь петушок? А ты вообще иди отсюда. Написано в летнем ударе. Не, ну это нет у меня. Твою ж. Ну почему? Ну блин. Ой, боже мой. Ну что? Так, ладно. Так. Это называется руки корявые. Или что-то может быть еще корявое в таких случаях. Сколько там вообще времени? А, полчаса еще есть. Я забыла, что этот... Я думала, что все. Я забыла, что с этим дурацким... Поплом придется тоже дело иметь в конце. Хотя ему-то не надо нанести 1-2 удара, не больше. Черт подери. Как так может быть? Ой.
Хорошо, что сегодня здесь мало народу. Надеюсь, еще меньше, чем... было в прошлый раз. Чей бы смотреть здесь и правда не на что. Было бы на что, если бы была нормальная игра. От меня. Иди отсюда. Что-то вы меня так колебали, товарищи. Что один, что второй. Между прочим, вот такой вот конкретный битвы с Баузером, по-моему, вот такой вот, вот чистый вот, не будет. Вот все у нас с Баузером будут стычки, вот пока он новичок. Ой, матерь Божья. Ну ладно, я надеюсь, в этот раз... Как говорят, у нас Бог Троицу любит. Надеюсь, и мне тоже повезет. Да. Ну идеальный сегодня стрим. Опять, да что? Но в более новых играх, допустим, даже на той же DS-ке, есть конфетка. Конфетка, она восстанавливает и БП, и, короче, все восстанавливает. Но тут ее пока нет. Thank you.
больше толку. Там осталось. Ты ж. Да что ты? Интересно, я сюда поеду. Ну все, нет больше грибов. Обломить. Короче, я сваливаю. Ой! Кошмар. А-ха-ха. Новичок, ты идиот. Ну, так, сверху, да, да.
короче, бесполезен. Я такой стыд. Ах, какая разница, видите? Типа, если мы все равно туда доберемся, в этот заповедник. Сейчас мы как раз получим атаки, наверное. Только сохранимся. С не лучшим результатом, но тем не менее. Я думаю, времени у нас еще есть. К тому же, никто вроде не торопится. То есть, я имею в виду, стрима после меня ни у кого не будет. А может быть? Ну, чуть-чуть еще. Лишних 5-10 минут, я думаю. Ничего не случится. Так, это, собственно, выход. Но нам не нужен выход. Нам нужно... Ага. Вот, ну что надо. Типа я спасён, наверное, тополя. Я тоже. Короче, это какие-то смотрители вот этой вот. Винодельни. Ладно, пусть будет винодельня. Короче, вам надо в заповедник. Пойдемте в заповедник. Но перед этим, типа, надо будет выполнить два задания кое-какие. Вот отлично. Короче, идем за господами. Значит, вам надо будет. Мы вас кое-чему научим, а вы нам поможете, и мы вас типа пропустим. Наверное, как-то так. Естественно, мы хотим. Мне всегда звонят во время стримов. Это нормально. Да блин. Алло! Алло! Кисюк, ну тебе же папа сказал, что у меня стрим. Только в 10, а еще не 10, еще без 10. Давай. Ай. Пардон. Нам надо.
принес. Достать два бокала. Два бокала, по-моему, находится. Достали красный бокал. Сейчас нам надо будет достать зеленый. Достали оба бокала. Теперь мы можем возвращаться. О, вы достали бокалы. Это прекрасно, ля-ля попали. Теперь мы объявляем вас знатоками. Можете делать, что хотите. Так. Лучше сохранимся, где это здесь было сохранено. А, в предыдущей комнате. Идем в заповедник. Мы попали в заповедник. Ага. А, блин, я хочу. Эти колючие выводы. Помню, да? Помню, на них можно было прыгать. User disconnected from your channel. Ну-ка, сейчас мы попробуем.
посмотрим. Здесь еще встречается иногда золотой. Но золотого я не раз в самом. То есть он мне встречался, но я его не побеждала. Бобы пригодятся нам в кофейне. В кофейне нам сделают что-нибудь хорошее, которое поможет в дальнейших боях. Наткнулись на этот глупый колобок. Чапа.
Вот, кстати говоря. Про локации. Вот здесь мы нигде магазина не будет. Поэтому эти штуки, грибы, все это надо беречь. Потому что иначе никак. Ну, быть может, увидел. Так. Что там? А, домик труп. Вот здесь показан, то есть это, скажем так, место для телепортации, куда хотите отправиться. Мы сейчас в лесу, мы можем отправиться только на холм, но мы не будем этого делать, ибо это нам не надо. Где здесь ближайшая сохранялка? А, ну вот, поблизости. Чуть немножко осталось, я сейчас перезвоню. Так. Да блин, что я? Ну ладно. На сегодня, пожалуй, все. Ибо заколебали. Если всем не перезвонить, они тут с ума все сойдут. Ой! Ну, надеюсь, вам все понравилось. Конечно, сегодня стрим какой-то лажовый был. Больше времени заняли боссы. Но я надеюсь, вам все равно все понравилось. Обещаю, в следующий раз буду стараться лучше. Все. Ну, всем спасибо за внимание. Пока. Хорошего вечера.